Почему может расти цена клика, если CTR выше 10%? Тут просто уйма моментов, почему у вас цена клика может расти. Первое. Если у вас пришел новый клиент, то есть конкурент у вас на рынок и вливает большие деньги в директ, цена клика сразу же будет расти. Первое. Ну, во-вторых, кстати, остановленная рекламная кампания, цена может расти. Если говорить про какие-то сезонности, и в вашем бизнесе есть сезонности, то, опять же, во время сезонности приходит больше конкурентов, и они вкладывают больше бабла, цена клика растет. Если говорить про, сезонность, да, опять же, праздники какие-то, еще что-то. То есть цена клика, в принципе, может изменяться каждые 15 минут. Раньше было, насколько я помню, полчаса, сейчас каждый час, извиняюсь, раньше было. Сейчас каждые 15 минут меняется цена клика. И, в принципе, она может меняться в день-ночь, вполне может меняться. То что она растет, ничего, в принципе, здесь нет такого. Если это постоянная тенденция, то есть у вас постоянно растет цена клика, то здесь уже другой вопрос. Тогда стоит смотреть, почему, от чего, что происходит на рынке, и проанализировать это.